Всем привет, друзья! Начнем контент делать. Усаживайтесь поудобнее с чаем и печеньками. Итак, друзья, хочу вам представить, мы долго ждали, мы откладывали все, и сейчас, как видите, замок уже закончен почти, все сделано, все оформлено. Здесь крыша только осталась, и все. Как заметили. В принципе, ну и здесь, конечно, вот крыша тоже вот уже закончена. Так что здесь, в принципе, ерунда осталась. Из нового, то, что я хочу вам показать, это вот, конечно, новая башня, которая на краю появилась здесь. Она прикольно здесь влилась, вообще прикольно. Вот это вот, я думаю, вот эту часть нужно будет выбить, что она как бы лишняя здесь, чтобы не мешалась. Это вот, вот эта часть. Ее убрать и все, и будет огонь. Ну и, наверное, вот этот кусок тоже земли. Просто выпилить и все. Чтобы это было нормально выглядело, более лучше. Итак, этот сделан башня сама по себе. Можете заметить, то есть она сразу с проходами со всеми. То есть здесь с этого места пройдет, снизу можно пройти наверх, на эту стенку пройти, на ту пройти можно будет. Здесь пару факелов установлено, но так, чтобы было все не так прям напыщено, чтобы огнем там горело все это, светилось внутри. Нет, аккуратненько, так вот нежные ночные вот эти света, вот. Чтобы не было еще палева. Вот. Везде оформлены, получается, данные флагштоки, или как их называют. С таким уголком. Вот. Флаг развешен. Везде опознавательный знак. Также, что еще? У нас, получается, я сделал вот это вот данное здание. Я его переделал. Я поставил фундамент на него. Я все-таки здесь думаю, если была бы вода, это было бы прекрасно. И здесь вода наливалась бы, заливалась бы. Котлован здесь бралось бы, закрывалось все, и вода набиралась, да? И это прикольно было бы, очень прикольно. Это вот задумка для разработчиков, это очень классная тема. Тем более здесь такой классный дождь. Все так прикольно, еще по крыше слив происходит. Вот сейчас, вот, например, дождь как раз, прям как по заказу, да, начинается? Вроде бы да. После туманчика дождик. Вот эта вот башня, она, к сожалению, ну, к несчастью, была не очень хорошая, некачественно делалась. Сейчас на данный момент все, в принципе, завершилось. Я оформил, как видите, почти закончился здесь переход. Вы это наблюдаете, я как раз это уберу сразу. И мы поставим сюда, чтобы было как мост. Вот. Прекрасная еще задумка насчет моста с большими дверями, которые, ну, точнее, воротами, которые вниз опускаются на цепях. Это прикольно. Или, например, из металла или стали уже сами решетка такая опускающаяся. Это было прикольно. И тем более сдерживающая натиск врага. Все-таки мы играем в какую игру? Здесь должно быть такое. Как-никак. Также, все. Получается, мы говорили про грядки. Грядки здесь... Получается, не очень получилось хорошо. Данные грядки. Не получились, потому что по причине того, что независимо от того, сколько бы там ты не прикрывал или закрывал,
Это не работает. Не работает тупо. Причина тому, здесь нету системы такой. Система, что, например, насаждения вот эти вот разные, они будут как-то накрыты, защищены. Нету здесь такого. Они не продумали. Это очень печально. Вот. А так бы могли бы все это скрыть. В здании специальном у нас был бы хавчик постоянно. Какие-то запасы. Также и это постоянно надо будет пересаживание делать. То есть постоянно семена. Каждый год там или полгода, например, сажать заново. И чтобы это все, опять же, они взяли, скопали, опять посадили. А также у нас везде есть, то есть кровати, и хватит на всех. У нас есть Альфред и Аонси, девочка. И Альфред, ну, конечно, мужчина. И Джема. То есть три человека, которым можно, в принципе, назвать. Если вы желаете, пожалуйста, обращайтесь, мы вас назовем. И в этой игре. Будем еще ждать что-то нового. А также, что еще из нового у нас? Что у нас нового? Нового. Я подумал, и как бы сказать, ну как же Кар Морхен не будет без своего прекрасного места? Это подвальная часть и лаборатория. Так, мы здесь, получается, спуск производим через данный участок замка. Вот, я здесь, ну, думаю, все-таки здесь нужно будет. Хотя, как мы будем попадать? Только одна же дверь здесь, получается, сюда ведет, да. Одна дверь. И получается вот так. То есть проход осуществляется вот здесь по лестницам. По лестнице мы проходим через данные коридоры. И это очень прикольно получилось. Очень много подпорок, и вроде бы как, да, но они нужны, потому что обваливается земля сверху вниз. И не очень все-таки высоко. Здесь, получается, вот он. Оформлены так факелы. Побольше, ну, мне зато светло. Зато светло и надежно. Здесь осуществлено, еще не доделаны некоторые вот эти вот, они вряд ли, наверное, сделают, потому что здесь не получится, мешают кровати, надо было сначала вот это, а потом кровать, либо наоборот как-то, потому что не работает, ну, пока что багуется игра. Разместить здесь стульчики, если кто-то пожелает посидеть. Также, я думаю, здесь нужно будет оформить, наверное, вот такую табуреточку. Ну, кто хочет, например, они готовят, например, эта табуреточка такая легкая. Зачем здесь стул? Что, засиживаться за готовкой? Нет. Аккуратно посидел, поработал там. Вот здесь вот есть письмена, что там, например, какой-нибудь там ведьмак, они начинают работать насчет того, что какую-то формулу. Здесь также кроватки есть. Здесь на троих и здесь на пятерых. Осуществляется установка. Здесь стол, если что, поесть. Я вообще запланировал здесь не только лабораторию. Это вот часть лаборатории. И здесь такой участок, где могли бы осуществить эдакую осаду. Если что, пережить. То есть вниз. Здесь же у нас проход происходит. Уход даже. Уход. Мы здесь пробиваем стену и уходим. И спасаемся. Либо же обходим, то есть со стороны врага, в тыло. Заходим и уничтожаем его, чтобы он там горел синим пламенем. Так что у нас здесь есть много вариаций. Здесь также сделать, например, бурение отсюда и сделать закрытую вот эту вот шахту. Конечно, сложновато, но вот. Есть вот здесь зачаток такой, самый начальный зачаток вниз. Я просто не хотел здесь, чтобы вот, не дай бог, что-то обвалилось на этой участке исследования. У нас книг вообще просто тьма. Мы прямо исследуем и исследуем. Надо будет что-то посмотреть. Я все, в принципе, исследовал. У нас все есть.
А для нас ничего нету из проблем. Мы все исследовали. У нас все есть. А на данный момент все делаются, вот как видите, мой герой, он делает заготовки брони из самой топовой. Также шлем топовый. Ну, вот, по 60 железа, это не так и много. И также и щиты для всех. Также будет осуществлен, установлен хороший качественный лук. И также арбалеты. Ну, там посмотрим, кто как, кто что возьмет. Несколько печек осуществил под сталь. Пока что на паузе, потому что она, в принципе, нам не нужна сейчас на сталь. Оно, в принципе, только железо. Только железо. А также, после того, что лабораторию, думаю, она прикольно получилась и очень уютненькая. Потому что, ну, как здесь? Как, чтобы неуютно, не будет приятно. Ну, здесь, как обычно, видите, склады под оружие. И вроде бы все счастливы. Все офигенно и все хорошо. У нас получается 15 человек. Все, в принципе, живы. Нету никаких нареканий, никаких проблем. Как видите, большинство еще в некоторые старые одежки. Мы отбиваем их бандюганов очень легко. Нету никаких проблем. И очень жду какие-нибудь новшества в данной игре. И чтобы мы не напрягались насчет этого. Вот. И здесь надо мисковую. Вот этих мелких засранцев половить. И как видите, у нас здесь даже свои олени есть. Свои ручные олени. Вот один. И вот два. Один у нас Рудольф, как бы сказать. И здесь рулит, ходит, кушает. Вон зайчик еще. Как мило, да? У нас зайка, он прыгает. Никто его не ловит, никто не убивает. Все в мире и гармонии. Вот еще один олень. То есть у нас свой парк здесь. Нам в принципе-то зачем? Мы будем... Закрываем двери. Оккупируем металлическим этим камнем. И все. Мы живем в своем же замке. Здесь у нас и еда есть. А что нам еще надо? В принципе. Копаем здесь в своем же участке. Вот как видите. Это камень, золото, железо. Почему здесь торговцы нанизу везут? Это очень прекрасная бы идея была бы. Торговца, который бы подходил какое-то время, определенный промежуток времени, и мы что-то у него покупали, например, за золото. Потому что сейчас золото, как понимаю, они впереди, замысел только насчет побрягушек. Там, например, сделать какие-то изделия. В принципе, золото где применялось-то в средневеке-то? Если только какие-то там мысы, не больше. Ну, реальные украшения. Вот сколько здесь прекрасных. О. Топовый охотник Юля. Миско не забудьте потом собрать. А также, надо будет им поменять, конечно, данные луки на более охотничьи, здоровые. Потому что там же есть определенный еще момент насчет здорового охотничьего лука. Там должен быть охотник с определенным левелом. Вот, так что здесь вот, так, здесь мы давайте поменяем. Поменяем, поставим и протянем балку. Видите, как это все создается. И вот, то есть создание осуществлено, все сделано, все шикарно. Так что у нас есть места, кто желает называться кем-либо из данных героев. То есть у нас получается, давайте, то есть две девушки, один мужик. Девушки, один мужик. Кто хочет, пожалуйста, напишите. Ну, если что, ждем. Вот как раз Ауэнсе уже пришел недавно.
Мы уже отбили и осуществили защиту его. И думаю, никто не придет даже с такими вот трибушетами, потому что, ну, тупо они встали, и они даже их бросили. Конечно, они проломили бы нам, но здесь я смотрел, для того, чтобы проломить такие стены, им надо по 4 выстрела. По 4, по 5 выстрелов точно стреляю в цель. Если же не точно, то там еще меньше будет урон. Как понимаете, там, ну, сплэш туда-сюда. Так что здесь все по-разному. И очень жду обновлений, также и жду еще что-то нового за счет того, что они придумают. И может быть кто-то, и, например, как все игроки, которые до сих пор играют в нее, и они смотрят разрабы, и они будут прислушиваться к этому. Что это очень важные вещи, которые нужно осуществить в этой игре. Потому что она началась с самого прекрасного, самый интересный момент в ней, что можно осуществить. И это классно. Я думаю, вам нравится и тоже данная игра. Вы же ее смотрите не просто так. Ну что, друзья, давайте закончим на этом. Спасибо, что пришли. Подписывайтесь на канал, проставляйте колокольчик, ставьте лайки либо дизлайки, оставляйте комментарии, что думаете, и до новых встреч. Всем пока-пока.